Ну, я уже говорил вначале, что Народный фронт гораздо более левый, социальный и националистичный по своим концептуальным каким-то моментам, нежели Единая Россия. Единая Россия — это право либеральная партия. Народный фронт, он, конечно, тяготеет в сторону такой правой социал-демократии скорее. Поэтому я вижу, допустим, Народный фронт как отдельную партию и вижу возможность серьезной политической борьбы между Единой Россией и Народным фронтом. Мне кажется, что это как раз пойдет на пользу стране. Единая Россия сегодня — это Медведев, ОНФ — это Путин. Очень интересная концепция, очень интересная конфигурация.